В месте, где творится красота, модели причесываются, красятся и одеваются. Можно посмотреть на все это изнутри. Мы находимся на фестивале «Половодье 2010». Вы являетесь предпоследним дизайнером. Вы чувствуете волнение или что? Нет, вы знаете, не чувствую волнения вообще. А вы у своего мужа взяли? Да, видите? Позаимствовали. Да. Раз не у мужа, так у жены хотя бы, да? Да. Нормально все? Да, говоришь, все нормально, все готово. У меня такие красивые модели. Золотой мальчик коллекции «Половодье». Скажите нам ваши впечатления вообще. Ну, супер просто, интересно, весело, позитивно. Много народу, много положительных эмоций, просто все понравилось. Мы стилисты города Челябинска. Мария Постовалова и Валерий Козлов. Очень рады присутствовать на этом мероприятии. Бомбовое просто мероприятие, здорово, мы будем участвовать еще. Замечательные модели, они у нас просто шикарные получились. Выступили, молодцы. Коллекция готовилась ночь, да. Ну сутки, все сутки. Мы ехали 64 километра, везли это все. Огромное спасибо Лии. Вообще, Лии, огромное спасибо этому конкурсу вообще. Просто the best. Спасибо. Просто. А как вы добились такого золотого загара? Ну, загар я добился благодаря своим просто визажистам, просто шикарным, которые мне в этом помогали очень долго, вот, благодаря только им. А вместе с золотым мальчиком также тут присутствуют и серебряные девочки. Девчонки, ну что, как вам? Вообще супер, выступление нам очень понравилось, наши дизайнеры, им большое спасибо, они такое нам сделали, это вообще непередаваемо. А расскажите, чью коллекцию вы представляете? Я представляю коллекцию дизайнера Галины Ивановой. Для меня это, я впервые участвую в «Половодье», очень понравилось. Вы на самом деле одна тут из самых высоких моделей, я первый раз себя чувствую вообще очень маленькой. Это самых, приятно, да. Видеть то, что модели должны быть высокие все-таки. Да, я тоже так считаю, что большинство моделей должны быть повыше, длинные ноги. Обязательно. Чтобы было что показать, конечно. Меха, все как нужно для девушки. Как вы себя чувствуете в этом образе? А модель бывает иногда слишком скромной, и, возможно, это волнение. Ну ладно. Привет, ты находишься на фестивале «Половодье». За кого ты болеешь? А я, если честно, не знаю. Да практически за всех, кто красивый и симпатичный. У кого коллекции замечательные, за тех. Ты же видел уже какие-то коллекции? Тебе понравилось что-то особенное? Ну да, вот у Галины коллекция. Вот девчонки. Они еще пока не выходили, но я просто вещи видел. Замечательно, классно сделанные, со вкусом, со стилем. Маргарита, ты уже участвуешь на «Половодье» не первый раз, третий раз. Как, с каждым годом фестиваль становится все лучше и лучше? Да, все лучше и лучше. По организации, конечно, есть свои проблемы, но... Ну, с организацией, в принципе, проблемы есть всегда. Конечно, но с каждым годом фестиваль становится интереснее и для зрителей, и для его участников, мне так кажется. В скольких коллекциях ты участвуешь сегодня? В четырех, если не ошибаюсь, да, по-моему, в четырех. Тяжело переодеваться, одеваться, перечесывать? В такой обстановке очень тяжело. Надо все делать быстро просто. Такой фэшн. Фэшн. Всем привет, я Вивальди. Безумный гений, скрипач, композитор. Вы меня там увидите, на сцене. Thank you.
Девчонки, какого дизайнера вы представляете? Себя. Вокально-танцевальный проект Эника мы представляем. Вы будете петь, да? Мы вообще уже пели, да, будем петь, танцевать. О, классно очень. Как вам вообще фестиваль «Половодье»? Замечательно. Первый раз участвуем, и очень понравилось уже. Уже понравилось. Тесновато, но не в обиде. Ну ладно, хорошее настроение вам, девчонки. Ты приехала на фестиваль как хедлайнер. Что ты думаешь вообще об этом фестивале? Я думаю, что такие фестивали должны обязательно быть. И мы выявляем сейчас тех талантов, которые потом будут представлять нашу страну, потому что, ну, вы же видите, что Макс Чернецов начинал с «Половодья», да, я из Магнитогорска, и мы сейчас представляем страну на таких площадках интернациональных, которые ценятся в фэшн-индустрии. Смотри, ты уже отсмотрела большую часть коллекции, тебе что-нибудь понравилось? Есть какой-то фаворит явный? Есть фаворит, буду держать это пока в секрете, чтобы вы остались до конца, досмотрели. Вот. Хочется заметить, что не хватает цельности и не хватает понимания моды, потому что в основном это, конечно, наверное, больше перформансы, чем модные показы. Ну да, это фестиваль огромный, это музыка и мода, все вместе. А что для тебя мода? Для меня мода – это некий дух, который содержит нас всех в тонусе и который нас подвергает тем подвигам, которые мы совершаем ради него. Мы делаем коллекции из сезона в сезон и творим, и делаем что-то новое каждый раз. И свежесть эта должна присутствоваться. В этом вся мода. А какой главный тренд этого лета, с твоей точки зрения? Ты знаешь, главный тренд этого лета – глэм-рок перекочевал в тенденцию милитари. И милитари перехватил вот эту эстафету. Это очень стильно, это очень агрессивно. И я думаю, что несмотря на военную тематику, достаточно сексуально, и можно это сделать женственно. Хорошо, и что ты пожелаешь нашим юным дизайнерам, начинающим? Города Магнитогорска вообще. Обязательно нужно отсматривать хороших показы хороших дизайнеров, которые показываются на Миланской неделе моды, на Парижской неделе моды, на Russian Fashion Week, и понимать эту моду, потому что все-таки одежда – это одно, а модная одежда, коммерческая одежда – это немножко другое. Все, спасибо. Интервью для канала «Твоя Маганфо». Твоя коллекция является последней. Это какой-то знак или что? Не знаю, скорее всего, нет. Скорее всего, случайность. Просто, возможно, вас считают фаворитом, поэтому оставили все самое интересное напоследок. Мне кажется, это самое яркое, поэтому, чтобы народ подготовить как бы немножко слегка. А что вдохновляло на создание этой коллекции? Наверное, сны яркие и запоминающиеся. И ты каждый сон воплощала в свою коллекцию? Не скажу, наверное, один. Пока, пока. Ну хорошо, а ты смотрела коллекции других дизайнеров? Ну, мельком так, все равно видели, что не понравилось особо? Ну, все очень хорошо. Мне вот нравятся такие больше, как сказать, ну, у Гали Ивановой очень хорошая коллекция. Трэшовые. Я люблю очень это. Ну да, это хорошо. А как ты считаешь, есть соперники у тебя? Ну, кого ты считаешь? Вообще все хороши по-своему. Все удачи, всем удачи. Хорошо, а ты первый раз участвуешь на этом? Я первый раз, да, и как дизайнер, тебе? И вообще как участник этого фестиваля. И как у тебя впечатление? Всего происходящего. Интересно, только жарко, невозможно. Ну да, погода сейчас плюс 35. Ну это, наверное, единственное половодье, когда так жарко. Да, обычно идет дождь. Ну, да, значит, так это наш день. Все половодья вообще? Нет, первый раз вообще, да, и участник, и присутствие первый раз. Новые впечатления, новые ощущения, опыт какой-то. В любом случае, все новое, все по-новому, потому что никогда раньше на подобном вообще не была, ну, в плане и как участник, само собой, однозначно. Все новое. И что ты дальше планируешь делать вообще? Не знаю, может быть, выпущу собственную коллекцию эксклюзивной одежды. А она у тебя где-нибудь будет продаваться или? Возможно, да. А, но еще ничего не здесь. Возможно, будет бутик. Аделина заинтриговала нас со своей коллекцией, а мы идем смотреть дальше. А в целом, тебе нравится вся эта тусовка модная, которая сейчас здесь? Ну, прикольно, когда много... Модели ходят вокруг, много, да? Много красивых. Я сам модель, чем мне, я не удивляюсь.
Вот просто много людей, ну, со стороны, с одной стороны напрягает, а с другой и вроде как прикольно, весело. Ну все, отличное настроение тебе. Это была Даша Гаузер специально для канала «Твое Маг.Инфо». Для канала «Твое Маг.Инфо». Канал «Твое Маг.Инфо». Для канала «Твое Маг.Инфо». Раз, два, три. Для канала «Твое Маг.». Ты дурак, что ли? Мне кажется, одного надо исключить отсюда. УРКБ для канала «Твое Маг.Инфо».